And then we're also doing a choreography video that we'll email to you so that you get the whole dance. But I would video yours right now. And afterwards, we will let them go one at a time back to their family square. And then they'll change shoes and put on their street shoes and walk out the red carpet and sanitize as you leave. Okay? And feel free to take some more pictures. So, all right, here we go. Thank you.
отец, красиво. И улыбайся. Сегодня у нас восточный ужин на столе Маклуба. Сэм, весь мой гарем собрался. Патишах Сэм здесь. Все собрались. Сегодня у нас итальянский ужин с пиццей. Куча всяких ингредиентов. Куча всяких вкусняшек. Наша мама from Italiano сделала уже такую шикарную пиццу. Тут израильская пицца будет с жареными баклажанами. Там вот уже что-то внутри также припекается.
Класс. Вчера было тесто собственное замесено. И сегодня уже это моцарелла, я так себе понимаю. Класс. Спасибо тебе. Здесь вот прохладнее она. Пицца сегодня у нас пицца. И не одна, это попрохладнее пицца комбо. Это израильская пицца. И там еще у нас чиз пицца. В объединении. Кто хочет такую? У нас есть гусеница. Ложите гусеницу на пол и пусть она выбирается. Пусть она становится бабочкой. Давай руки. Давай. Я не могу. Я май. А другую? Yes. Теперь вот развязывай. Это. Развязывай свой. Вот эту, вот эту. Yes. Вот эту теперь. Тяни. Нужно развязать. Подожди, подожди. Настя, дай самой разобраться. Это ж гусеница. Это... Дама! Папа, это сложно. А кто говорил, что будет легко? Давай, пробуй. Послушай Настиного совета. Развяжи красный. Как да, надо развязать? Нужно красную развязать. Не знаю как. Чисть. Можно я ей чуть-чуть помогу? Okay. Тяни вот это. Нет, вот это, вот это. Тяни вот это. Давай я тебя буду держать, чтобы ты не упала. Теперь развези вот это. Можно я с этим помогу, потому что это очень сложно. Закручиваем. Трусишка будет сейчас закручена. Найс. Я не трусишка. Возвращаем гусеницу. Подожди, ты не закончил. Нет, нельзя две. Сделали две Насти. Только Эли делали одну. Все. Гусеница. Тут тебе помощь надо? Тебе помощь надо, Вик? Подожди, Эля, дай ей, Эля, оставь ее. Я ей еще не Мама! Я тебе помогу. Мам! Я тебе помогу. Мам! Я тебе помогу. Я тебе помогу, Вик. Вик, я тебе помогу. Итак, сегодня Минди приглашается на ужин, и шеф-повар сегодня
Виктория! Японская кухня. Приглашаю вас сюда на стол. Сегодня для вас я приготовила рамен. Гурме рамен. Вы слышали это? Это мультика, который я сейчас смотрю, называется Наруто. Из японского мультика Наруто. Обожаю японское рамен. Все, кушаем, скорее кушаем, кушаем, кушаем. Смотри, как красиво. Вот это. Пучковых собралась на завтрак, приготовленный бабулей. Вкусные. Молочные ватрушки. Класс. Дорогие ученики, добро пожаловать в школу Кристалл. У нас есть новый ученик в нашей школе, для которого это всего лишь первый шаг во взрослую жизнь. Этот ученик поступил первый класс, класс Кейт, его киндергарден, и его зовут Елизавета Бычкова, ученика. Давайте поприветствуем, поздравляем, ты ученик. И у нас есть ученик, который уже, которому осталось всего 2 года учиться. Это твоя старшая сестра Вика, которая столько проучилась. Поздравляем! Сэм с Настей в этом пути еще предстоит, уже много пройдено, но еще нужно пройти. И мы верим, что у вас все получится. Давайте мы начнем с того, что помолимся, поблагодарим Бога, благословим нашего учителя, нашего принципал. Координатора программы, нашу маму. И потом вы откроете ваши подарки, и мы расскажем, что будет потом. У нас будет на этой неделе несколько встреч. Сегодня у нас короткая встреча, торжественная. Приветствие, подарки. Самое приятное. Потом у нас будет встреча, где мы будем делать бизнес-ток. Да? Какие у нас условия, какие контракты, что подписываем, девайсы, бонусы, все-все-все вот это. Но еще будет одна, когда мы будем праздновать, поедем в суши-ресторан. Итак, Господь, мы так благодарим Тебя с мамочкой за то, что Ты дал нам таких чудесных деток. Ты дал нам 4 наших сладких девочек и мальчиков. Благодарим Тебя за то, что они такие приятные, умные, способные ученики. Благодарим Тебя за то, что Викуля идет впереди всех, прокладывает путь, показывает, как нужно быть хорошим учеником, каким нужно быть успешным, старательным, усердным, что Ты дал ей силы закончить столько классов, что дал ей силы пройти много классов в колледже, заработать много кредитов. Благодарим Тебя за ее пример. Благодарим Тебя за Сэма. Это удивительный этап в его жизни. Первый год в хай-скул, и он вышел на этот финальный отрезок, финальный круг вот этого забега в школьной системе. Благослови его, дай ему сил влиться в систему, войти вот в этот строй и также быть успешным. Благодарим Тебя за Настеньку, что она проучилась уже 3 года, и вот этот последний год такой elementary school, перед тем, как она будет двигаться дальше в более серьезное обучение, благослови ее на этом этапе. Мы благодарим Тебя за Элечку, за нашу доченьку, младшеньку, что сегодня у нее первый год, когда она поступила в школу kindergarten, и она уже больше не бэбичка, и она уже такой ребеночек, который будет учиться в школе. Благослови ее, чтобы у нее была дисциплина, желание, ответственность, послушание маме. Слава Тебе за все. Аминь. Аминь. Ну, а теперь начнем. Я хочу
сделать одно пожелание, и вы откроете, окей? Это маленькое пожелание. Я просто прямо сейчас во время молитвы пришла. Я вам хочу пожелать, чтобы в этом году вы были outstanding. Как студенты, как личности. Вы знаете, да, что такое outstanding? Тот, который standing out. Не те, которые blend in, а те, которые stand out. Вы знаете, да, почему мы stand out? Почему? Why? In a lot of ways. Why? How we different? Or how we are the light? Because we are the light of Jesus. Бачковым. И поэтому я желаю, чтобы вы несли этот свет там, где вы находитесь. Чтобы вы были outstanding в учебе, вы были outstanding friends, вы были outstanding children, behaving well, okay? Чтобы вы stand out, not blend in, but stand out. Вы знаете, когда папа сказал, где бачку, мне так... мне так в голову, когда я в лагере была, там они говорили, I knew she was like, can talk a different language or something like that, because of her last name, and also this girl that takes the suitcase, she's like, I looked at her name and she's like, it's so different. So we are Bajkov, we're not Smith and Johnson's. Мы начнем с Эли. Томасис. Эли открывает первое. Да? Вы хватило. Какой тяжелый. Ты его положи, как он лежал, и тебе его открывает. Да. Пойдемте. Кушай. И что там есть? Рассказывай. А что это? Мастеры, карандаши, кисточки. Вот это знаешь, что такое? Вот это знаешь, что такое? Краски, да? Это чтобы вот здесь красками рисовать. А там, чтобы школу делать, киндергарден. Ничего. Учебник настоящий. Настоящий учебник. Круто. Сэм, если ты в киндергарден снова, в этом году пришел. За неделю бы прошел. Да? Классно. Давай, Настенька теперь. Больше. Вау. Ай, силач. Подарки у всех разные, потому что у всех разные нужды. Поэтому... Вау. Вот я тоже купила, я просто себе не купила. Вау. Я знаю, что тут. Ноутбук. Ноутбук. Ноутбук новый теперь для вас. Первый сет. Это тебе новая математика. Для нового уровня, Настя. Там еще целый сет учебника. Класс. У тебя уже есть такой же. Ну, Сэм, ты не трогай подарок. Что бы ты хотел, чтобы там было? Ну, а вы себе не купили? Ну, я не знаю, если тут можно так, как... SIM card, like pens. Ну если. Не учебники, не звук. Ах, хинс, учебники. Но звук с таким. Нет, я не хочу. Краски. Я бы хотела это лейдо. Или вот такие. Мы еще докупим некоторые. Я? Да, все вы купите мне. Вау!
Divider. И компьютер! Я когда-нибудь пойду тоже в хайскул, и мне папа подарит. Мама пойдет. Спасибо. Давайте на следующий день я пойду в хайскул. Что ты идешь в серьезную класс. Это большая ответственность, дружище. Это не надо в хайскул, надо отдохнуть. Это, так, это тоже MacBook Air, как и Вики. Но Вика в хайскул пошла 2,5 года назад. 2 года назад. Тогда были одни модели. Сейчас другой, но это тот же самый. И, Сэм, с этим приходит большая ответственность. Большая ответственность. Первая ответственность. Чтобы его не сломать, не пролить туда воду, конфеты, мусор, чтобы не давать друзьям, чтобы они там что-то меняли пароль. Заряжать, не разбить экран, как я это сделал. До сих пор мучаюсь, потому что нету. У меня не было Apple Care, не было. Ремонт не работает. С этим большая ответственность. Уже нельзя так бросать рюкзак, как раньше. Или раз оставил там на драйвей. Или как ты телефон швыряешь. Это большая ответственность. Это стоит больше $1000. Да. Поэтому я тебе рекомендую, чтобы ты взял себе Apple Care. Okay. Это на 3 года $200. На 3 года. Но как мы можем сделать? Мы можем сделать, что ты в течение 10 месяцев, мы сейчас заплатим их, чтобы ты мог открыть и не испортить. Но в течение месяца по $20 ты будешь возвращать. И тогда у тебя будет Apple Care на 3 года практически на всю high school. Ты можешь делать работы всякие, там, зарабатывать на этом. И еще какая с этим ответственность приходит? Это то, для чего ты используешь его. Мы тебе его дали для того, чтобы ты использовал для твоего развития. Не для игр, не для Netflix, не для таких других. Это не значит, что ты не можешь это делать. Но это значит, что это твоя основная – это учеба и развитие. То есть этот инструмент, который мы тебе дали, дорогой инструмент, он должен помочь тебе стать лучше, не стать хуже. Да? Потому что этот инструмент открывает большой мир, да? Как и интернет, как и дата, как и сим-карта, открывает большой мир. В этом мире есть много плохого, но и очень много хорошего. И мы доверяем тебе, мы надеемся, что ты тот сын, который нас никогда не опозорит. Да? Мы тебе доверяем, что ты никогда не будешь нас обманывать, никогда не будешь от нас ничего скрывать. И это уже для Насти. У нас была такая возможность купить Вики на High School компьютер. У нас была такая возможность купить Сэму. Это не значит, что у нас будет такая возможность тебе или Эле. Мы молимся и хотим, чтобы это было мы так. Мы надеемся, и надеемся, и мы будем стараться. Но если Бог изменит обстоятельства нашей жизни, и мы не будем такими богатыми, как сейчас, а будем бедными, чтобы ты не расстраивалась. Окей? И, Сэм, каждому из вас мы покупаем первый ваш компьютер. Следующие компьютеры – это уже за вами. Конечно! Пойдете в колледж, пойдете еще куда-то, копите, зарабатывайте. Но первый компьютер от нас. Все остальные компьютеры – апгрейды, импрувмент – тоже делаются. Okay. Мы с папой стараемся сделать, обеспечить вас всем необходимым, чтобы вы могли быть хорошими студентами, хорошими людьми, которые много что умеют делать. Окей, Викуля. Let me take a wild guess. Что это? Protractor! Protractor. И компас. Okay. Yeah! I guess you're right!
это я уже не predict. А что уже есть? Completion of the main language. Press the return key. Woo! Yay! Веки. Ну что? Ты уже взрослеешь, и мы решили тебе подарить эти деньги, потому что знаешь, что ты копишь на новый телефон. Мы хотим, чтобы эти деньги пошли тебе в новый телефон, чтобы тогда, когда будет возможность, ну и когда он выйдет, когда выйдет совершенно новым, и этот опустится в цене, чтобы ты могла использовать эти деньги и купить себе новый телефон. Спасибо. Потому что для школы у тебя, в принципе, все есть, да? Мы уже с тобой все купили. А что? Поздравляем вас с началом учебного года, так что... Мы хотим, чтобы каждый из вас помолился, поблагодарил Бога, также попросил мудрости. Просите мудрости. Давай, девочка, начнем. Дорогой Иисус, спасибо, спасибо, что ты дал такие хорошие подарки, такие учебники. Нет. Фломастер. Нет. А что? Покажи. Предметы для школы. Ну пусть она сама все-таки. Что ты дал такие? Что ты открыл все наши детства, что мы такие добрые, ты добрее нас, что мы так растем так хорошо, что ты открыл все то, что у тебя есть, все то, что ты нам дал, но кое-что ты нам дал, это сердечко, спасибо, спасибо, что ты дал мамочку, папу, Вику, Сэма, Настю, меня, бабулю, спасибо, что такой крутой подарок папа и мама подарили нам. Спасибо, это день. Аминь. Дорогой Иисус, спасибо за этот день. Спасибо, что ты дал нам Новый год, и что школа, и что спасибо, что папа с мамой, они не бедные, мы не бедные, что они могли купить нам учебники. И спасибо, что я уже в 4-й класс иду, и что у меня будет еще классы Little Beakers, чтобы узнать, что ты сделал в этом мире и как ты это все сделал классно. И спасибо за... И, пожалуйста, помоги мне использовать мои учебники. И что я их не бросала никуда и не испортила. Спасибо за этот день. Аминь. Дорогой Иисус, спасибо за этот день, который ты нам дал сегодня. Спасибо, что я уже вырос, и я уже поступаю в Хаску, и это уже Big Step, и господа, мне, пожалуйста, мудрости в моих решениях, чтобы я не ходил по плохой пути и не выбрал тупые решения и тупые друзья, Господь. Дай мне хорошие друзья там, которые могут мне помогать, я могу им помогать. Господь, спасибо за папу и маму, которые мне как нам подарят эти такие подарки для школы, Господь. Что мы можем развиваться в этих
вещах. Господь, спасибо за этот день. Аминь. Аминь. Господь, спасибо за этот день. Спасибо за то, что ты даешь нам любящие мамы, папы, которые всегда так стараются, чтобы у нас был хороший учебный год, который всегда для нас жертвуют, и мама старается нас учить, и чтобы они хотят, чтобы мы были лучше, чтобы мы были умнее, чтобы мы были успешнее, Господь. Дай, чтобы вот этот год был хорошим и успешным, чтобы мы могли все наши желания воплотить, Господь. Спасибо за этот день. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что Ты наш Бог, что Ты наше основание, что Ты наша надежда, что Ты тот, который даешь нам все то, что у нас есть сегодня. Господь, и мы доверяем Тебе, и весь этот год, и мы благодарим Тебя за то лето, которое оно было, да, оно было странное, необычное, но мы благодарим Тебя, что Ты был с нами, и Ты хранишь нас, Господь. Я благодарю Тебя за все вот эти возможности, которые Ты дал нам для наших деток. И я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, я просто умоляю Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть Дух Твой Святой наполнит их сердцем, их разум, их мышление, все их тело, чтобы они любили Тебя, приближались к Тебе. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты окружил их хорошими друзьями, которые бы приближали их к Тебе, они удаляли, Господь, от Тебя. Я прошу Тебя, благослови этот учебный год и все то, что есть, все вот эти подарки, может быть, что еще будет, Господь, все предметы, все уроки, чтобы они способствовали для того, чтобы наши дети развивались для славы Твоей, Господь, чтобы они были outstanding students, чтобы они были outstanding people, Господь, чтобы они были Твоими служителями на том месте, куда Ты их, Господь, ставишь. В футбольную команду, в танцевальный класс, в классе по сайенсу или еще где-то, Господь. Я прошу Тебя, благослови их быть теми, которые несут Твое присутствие, чтобы там, где они будут, было Твое присутствие. Я прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Господь, мы также идемте все сюда. Благодарим Тебя за нашу мамочку, которая полна любви, полна радости, полна милосердия, полна прощения, полна доброты, которая все делает, чтобы нам было хорошо, что она думает, мечтает о том, как сделать каждого нашего ребенка самым счастливым, самым святым. Благодарим Тебя за ту работу, которую она проделала, чтобы каждый ребенок был вот там, где он сейчас, Дика в 11-м, Сэм в 9-м, Настя в 4-м и Элечка в новом классе, киндергарден. Благодарю Тебя за нее, что она любит их, старается, работает, выкладывается. Дай, Господь, еще больше мудрости, дай ей больше терпения, дай ей веры, видеть будущее, как это повлияет на наших детей, самых лучших, доверять себе, не бояться, преодолевать всякого рода трудности, страхи, сомнения и двигаться вперед, дай физических сил, дай эмоциональной энергии, дай духовной силы, Господь, будь с ней во всем этом новом году. Во имя Твое. Аминь. Аминь. Слава Богу. Сэм, там мы еще тебе? Там еще я знаю. Мам, письмо, что ты написала.